Я вас приветствую, с вами Сергей Мартынец, у меня для вас есть очень важная новость. Уже более года мы с женой сотрудничаем с немецкой компанией LR, и за это время мы успели получить автомобиль от компании, мы создали еще один источник дохода, который на данный момент является основным. Мы открыли свое частное предпринимательство, платим налоги, и мы считаем, что это одна из лучших возможностей на сегодняшний день, чтобы обычному человеку без опыта в предпринимательстве, без больших финансовых вложений значительно повысить качество своей жизни. Дело в том, что в это воскресенье, 15 марта, в городе Днепропетровск будет проходить бизнес-день от компании LR. И это лучшая возможность, чтобы разобраться, что себе представляет этот бизнес и как вы для себя можете создать еще один источник дохода. Вы знаете, если компания за 30 лет в Европе заняла лидирующие места, если компания за 3,5 года работы в России, в Казахстане выдала более 2000 автомобилей, 120 из которых Mercedes, то я думаю, это стоит того, чтобы разобраться. Если вы открыты к новым возможностям, если вы ищете дополнительные источники дохода, я вас приглашаю в это воскресенье в Минору с 13 до 17.00. Это мероприятие стоит всего лишь 50 гривен. Вы сможете для себя принять решение, стоит вам разбираться дальше в этой возможности или нет. Там вы сможете увидеть, почему LR, какие продукты производит эта компания, почему компания сотрудничает с такими людьми, как Брюс Уиллис, Михаэль Шумахер и так далее, почему люди, которые изначально имеют большие и высокие доходы, почему они приходят в эту компанию. Каждый здесь находит для себя какое-то что-то свое. Поэтому, друзья, если вы открыты, если вы ищете источники дохода, если вы на данный момент в поиске, обязательно не пропустите это событие в Днепропетровске, свяжитесь со мной, и я помогу вам посетить это мероприятие. До скорых встреч, с вами был Сергей Мартынец. Пока!